Добрый день! Кто здесь крайний взятку давать? Никто взятку не дает? Тогда я первый. Здесь Послушайте, же очередь. У кого взятка, тот проходит вне очереди. А? И Катюша подтверждает. Привет, начальник. Фу. Так, вот я тебе взятку принес. Фу. Что принесли? Взятку. А ты мне за нее подпишешь документы на аренду земли под ресторан. Да как вы смеете? Да я не... Катя! Ой, да ладно, Катя. Все знают, что ты берешь. Отец брал? Брал. Дед брал? Брал. Династия. Я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только ты не волнуйся. Все, как ты любишь. Смотри. Конверт с изображением набережной. А, красота. А, купюры? По 50. Так что, пользуйся. Да вы что? Что-то не так? О. Так, всем оставаться на своих местах. Поступил сигнал, что здесь сегодня будет даваться... О, взятка! Понятые, прошу вас. Какой сигнал? Как сигнал? Катя! Да, какая Катя? Да подожди, какая Катя? Как я мог забыть? Это я дал вам объявление в газету, что сегодня буду давать здесь взятку. Спасибо. Спасибо, товарищ милиционер. Так, подождите, я ничего не понимаю. А как? Мало того, что Иван Петрович оказался кристально чистым человеком, я его проверял. Мало того, что он отказался от взятки, буквально отвергнул ее. Он подписал все документы. Вот. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Однако что-то мне не верится. А может быть, вам дать взятку, чтобы вы нам поверили? Кстати, оставшийся после Ивана Петровича. Это вы что же меня проверяете? А вы как думали? Мы будем бороться с этим позорным явлением. Ну, хорошо. Извините. Ошибочка вышла. Не надо, понятых. Ложный вызов. Всего доброго. Извините. Да. Вот. Ну, спасибо. Спасибо. А, печать. Какую печать? Скажите Кате, чтобы поставила печать. Ах, печать. Конечно, скажу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Вот и хорошо. Поняла. Катенька, вот начальник просил штамп поставить. Конечно, конечно. Только вы конвертик на стол положите. Ну так это же взятка. Ну вот мы и проверим, честный вы человек или взяточник. Пожалуйста. Все? Идите. А это пока пусть полежит у нас. Проверка может затянуться на неделю или на месяц. А с этим позорным явлением надо бороться. Кроме того, у нас с сегодняшнего дня новые правила. Напоминаю, что шаг в сторону приравнивается к попытке побега. Прыжок – попытка к полету. Понятно. Давай, давай, не задерживай, сейчас других повезут.
Обед не задерживай, гражданин начальник. Хорошо. Иван Петрович. Да? Письма на подпись. Ответ на вчерашний вопрос поступит. Так. С минуты на минуту. Оставь. Посмотрю. Ой. Братва, я без очереди. Не надо шуршать. Все согласовано с начальником. Катюша, подтверждаешь? Моя сладенькая. Ой. Салют, начальник. Слышь, Петрович. Умоляю. Нужна подпись на аренду земли. Под баню. На 500 на 500 помывочных мест. Такие дела за пару минут не решаются. Да знаем, что первый год замужем, что ли. А у тебя тут все чисто. Теперь чисто. Ни тебе жучков, ни видеокамер. Вот и ладушки. А мы в долгу не останемся. Пользуйся. Что-то я не понял. Ты мне тут про баню втираешь? Или про ларек продуктовый? Две пачки Беломора еще накидываю. Ну так другой базар. У аппарата. Катенька. Слушаю. Ты нам пару кружечек чиферю завари. Покрепче. Хорошо, начальник. Да поймите вы, мне срочно, просто срочно надо подписать, понимаете? Меня завтра на следственный эксперимент в Москву увозят. Ничего не знаю. Обращайтесь в управление исполнения наказаний. Ух ты! Так. А что же хорошо придумали, чтобы всем этим коррупционерам отбывать наказание по их прежнему месту работы? Не то слово. Ведь как раньше было. Посадили одних. Через неделю, глядишь, уже другие под судом и следствием. А теперь до конца срока никакой ротации кадров. Здесь что, обед? Баланда.